Гражданский активист Филипп Кегелес рассказывает свою историю. В субботу он вместе с подругой был доставлен в отдел полиции. Там его попросили объяснить сообщение, размещенное в интернете на одном из городских форумов. Информация касалась очередного визита в Ярославль президента страны. Шел от КЗЦ «Миллениум» в сторону парка Тысячелетия, и подъехала машина, выскочили два сотрудника Центра по противодействию экстремизму с криками «Полиция, остановитесь!». Вот, нам скрутили руки, отобрали сотовые телефоны, после этого усадили в машину и привезли в серый дом. У сотрудников полиции своя версия произошедшего. Молодые люди не были задержаны, они проследовали в УМВД добровольно. Обвинения им никакого не предъявлялось, сотовые телефоны у них не изымались. И во время получения вот этих объяснений они не высказывали никаких жалоб на действия сотрудников полиции. Так или иначе, сегодня Филипп Кегелес уверяет, что не является автором злобного сообщения в сети. По поводу действий сотрудников полиции молодой человек планирует обратиться в суд. Георгий Колчин, Александр Широкий. День в событиях.